10 лет назад Екатерина Герасименко создала отряд добровольцев «Спас-резерв». В их компетенции случаи, которыми не занимаются экстренные службы. Проект так и называется – «Ничейный случай». Более 200 человек помогают пожилым людям и инвалидам выходить из сложных жизненных ситуаций. Например, попасть в дом, если ключи потерялись. Все эти люди – обычные граждане, которые различных профессий, социальных статусов, то есть у нас есть и бухгалтера, и директора крупного предприятия, есть преподавателя, то есть обычные граждане. В прошлом году Одинцовский район был на втором месте по числу заявок и на первом по количеству победителей. Оксана Пушкина признается, все самые яркие проекты были придуманы здесь. Но пока одинцовцы не торопятся подавать заявки. На премию губернатора на сегодняшний день претендуют 45 проектов. Как обычно, мы долго запрягаем, но очень быстро едем. Поэтому готовьтесь, в этом году мы подойдем еще более профессионально. У нас есть люди-проекты, которые подавали до 10 заявок. Правильно, Михаил Евгеньевич, да? В этом году стрельнем нормально? Неправильный выбор номинации или невнимательное отношение к описанию проекта – самые распространенные ошибки соискателей премии. Именно они нередко бывают решающими. Прежде чем сесть перед листом бумаги, надо для себе ответить на один вопрос. О чем эта история? И дальше все выстраивается. И три критерия – новизна, актуальность и инвестиции. В этом году общий призовой фонд премии «Наше Подмосковье» составляет 180 миллионов рублей. Его между собой разделят 3000 победителей. При этом заявки на соискание оргкомитет принимает до 31 июля. С полным списком номинаций и правил участия можно ознакомиться на сайте наше-подмосковье.рф. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».